И всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами, допустим, это WWE 19, шоукейс, днём Райана, уже очередная серия пошла. Собственно, как видите, осталось еще как минимум два матча, как максимум их три или даже четыре, потому что если нажать на видео Library, то бишь библиотека видяшек, как вы видите, у нас открыт WrestleMania 30, который мы еще не проходили, не пугайтесь, мы прошли только вот этот WrestleMania, а вот этот WrestleMania у нас еще впереди, так что помимо этого матча нас вроде как еще ожидают три матча. Ну, максимум, думаю, два матча, потому что последнее видео это заключительное. Типа, ты все прошел, ты молодец. И вот есть интро, будет и энтро, не знаю. Погнали! Что, без лишних слов, погнали крошить лица. I've never had any concerns or doubts about wrestling more than once. One of the biggest upsets! WrestleMania history! Daniel Bryan has stunned the world! Oh, Triple H from behind! So after the first match, I was backstage. And I just spent most of the time trying to get my body warmed up to go out there again. There's no way that he can beat 100% for this match. The kid's got guts. If there's three things that I have, that you'd say, what are your best attributes? Legs, lungs, heart. And I never get tired. Ну, в общем, да, после матча с Трипл Эйчем еще и больше его поиздевался над ним, и у него, соответственно, еще больше пошла сильнее травма. Он, видите, еще сильнее травмировался, если изначально у него руки были желтые, сейчас они красны. Ну что же, Рэнди Уортон, третий раз мы с тобой схлёстываемся на этом ринге. Скотина ты нелюбимая мной, потому что ты просто берешь и портишь все мои планы, как последний Батиста! Кстати, а он разве не был в голубых... Труханах и сапогах, или я его путаю с более ранним блютистой. Да, скорее всего, я его путаю, и на этой WrestleMania он был именно таким. Хотя, мне кажется, он... Но не мне это утверждать, потому что я не помню. По-моему, реально он был просто в синих штанах и сапогах. Я еще подумал, что за оттишка у него такая ублюдская. Но, может быть, и так оно и было. Так, пока что они... А что, они типа тут в команде будут? Нет, да, они были в команде, очевидно. Но ведь, если Батиста будет меня пинить, Рэнди Ортон же прервет, наверное. Нет? Или прям все настолько они в десны, как говорится, надруганы, что типа не... А, все, вот, Батист уже начал хреначить Рэнди Ортона, спасибо тебе. Батист? Ну, ты и Батист, конечно. Кстати, с Батистом, если мне не изменяет память, мы впервые сражаемся на том ринге в данном шоу-кейсе. А вот с Рэнди Ортоном, как я уже сказал, третий раз. Первый раз на Monday Night Raw, второй раз на SummerSlam, и вот сейчас этот Двайпер... Будет пытаться отстоять свой титул. Рэнди Ортон, заходи на ринг, никого не бойся, мы тебя тут ждем. Вот, все, Батист уже начал свою серию, но Рэнди Ортон сразу же прерывает, начинает Батист, но не тут-то было, Батист снова перезаходит. Затем и клоузлайном просто выносит Рэнди Ортона на раз и два. Но нет, Рэнди Ортон уже пришел в себя и... толкает Батист. Да, Дио Брайан немного совсем уже потерянный, но не тут-то было. Дио Брайан уже снова на ногах и... хайкик мимо! Может быть еще раз? Так, Рэнди Ортон, ну давай, сражайся с Батистом. И вот и Дио Мио, что же это? Зачем тогда Батиста приключился-то? Ну алло, почему мои руки такие короткие? Ну-ка еще раз. На, хорошо. Рычажный суплекс. Рингсайд, хорошо. За рингом нахреначить Батиста по его лысине, нам там написано, прям дословно перевел. Так что да. Ну что же, Батиста, лови меня, кирпич, и элбоу дроп, прям пробили ему почку. Вот это было очень опасно, на самом деле. Приземлиться ими прямо на бок, это прям, ну, мне кажется, самое опасное. Там на живот, на спину еще ладно, но прям на бок, это что-то сверхъестественное. Так, Батиста, спасибо. Почему я должен 200 раз нажимать, чтобы ты переключился? Что? Это проб-корнер, чего? Так, Рэнди Ортону втащить на топ-пропе, хорошо. На, корнер граппл, ту фронт, не понял. Корнер, захват в углу, ну да, вроде как, не, да, ну да, тут же написано, ой, ты мазил у нас, Батиста. Да, мне кажется, да, Тоу Проп не успел ничего сделать, потому что Рэнди Ортон сказал нет. О, ёх, какой отличный бросок от Батисты, просто посмотрите на это же. Бомбический, раз. Ну да, Рэнди Ортон не настолько слабак,
чтобы не вырваться после таких обычных приемчиков. Это даже не сигна была, тем более не финиша. Тем более, кстати, у меня единственное, у кого есть финиш, вот этот поворот, сигна точнее. Рэнди Уортон, ты как там? Так, Рэнди Уортон пока что таунтит, но Батиста уже пришел в себя. Батиста, ты, конечно, молодец, но не входил в твой план, чтобы ты мне провел спайнбаст. Я на канатах там лежу. А, всем плевать, да? Хорошо. То, что я лежу на канатах, вот такой ты, да, да, сади, ох, куплено, тут все куплено. А Батисте вообще нормально, да, я смотрю, сейчас еще Батисте, по-моему, нет, не хочешь пройти Батисту мобу, просто самого дроп, на, молодец, Батист. Хороший поворот, Батиста, если ты сейчас не пройдешь бомбу, я на тебя обижу, спасибо. Бэксуплиз, нет, это не бэксуплиз, по-моему, бэксуплиз, на, вроде как удачно, да. Рэнди Уортон, на тебе, ложись, теперь вставай, да не ты. Рэнди Уортон, на тебе в ногу, еще могу дать, еще могу в ноги. Да, ты реверсируешь сегодня, нет, не хочешь нас реверсировать. Рэнди Уортон хочет поддержать реверсы до, для, точнее, топ-ропа, граппл, фейс, фейсинг на Рэнди Уортон. Я ж правильно понимаю, что от меня требуется? Видит Рэнди Уортон, сити, да, да, на то, все верно. А тем временем Рэнди Уортон не теряет время и уже завел на... Завел Батис на свой козырный ДДТ, я смотрю, канал, собственно, удачно его и провел. И неужто будет пин от Рэнди Уортон? Или же он захочет завершить дело Кейо? Конечно же нет. Раз. Даже двух, не было даже двух, не было. Батиста, The Animal, вырывается. Вырывается с легкостью, просто как горцующий пони. Так, и что же, Батиста? Будет ли мстить Батиста? И... Да, месть... Его придет в виде Батисты бомбы. На! А, ты скотина, ну ладно. Провел Батисту бомбу у нас Батя. Батя, Батиста его... Ох, какой отличный бэк-суплекс. Давайте за таунтием. Где движение ЕС? Почему я не слышу ЕС? А ну-ка, ЕС, ЕС. Дэниел Брайан. Дэниел Брайан. Че за меня никто не таунтит? Я обижен. Таунтите за Дэниела Брайана. Ну быстро. Господа. Так, Рэнди... Ух ты. Клоузлайн! И клоузлайн Батисте вот так вот будет тут еще таунтить, говорит. Рэнди Уортон говорит, сюда шел Батист, не хочешь на Батиста идти, так что Рэнди Уортон сам пошел на Батиста. Нет, не идите, пошел на Батиста, у нас Рэнди Уортон. И все-таки пошел на Батиста, у нас Рэнди Уортон. Нет, не пошел у нас на Батиста, Рэнди Уортон. И все-таки пошел, да, пошел на Батиста, Рэнди Уортон. Рэнди Уортон, ты наркоман, чертов. У тебя АИ или ИЖ ИИ, по-русски говоря, и у тебя равен нулю, у тебя нет никого интеллекта. Гребаный ты ком. Интеллектуальный. Ну давай, давай, давай. Что ты сделаешь, Рэнди? Давай, 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 давай. Давай, ударь, ударь меня, ударь меня! Сюда иди, Рэнди Уортон! Рэнди Уортон, Двайпер. Опа. Ну, а суплекс из-за канат. Удачный очень даже и хороший. Прямо в центр ринга уронил нас. Дио Брайан, Рэнди Уортон. Знаешь что, Батиста? Давай объединимся. Нет, конечно, объединимся. Ага. Батиста, втащи Рэнди Уортон, спасибо. Видите, Батиста меня слушается. Батиста хороший, малый. Но хайкик получит свой законный у нас Батиста. Батиста, если бы ты слинял с ринга, я бы был счастлив, потому что ты слишком быстро оклемаешься, чтобы мне что-то хоть с Рэнди Уортоном сделать. Ну конечно. А, ну как в смысле? Как ты это сделал, Рэнди? Ты реверсы для этого не потратил. А тебе не верю, Рэнди Уортон. Ты кому тут втираешь? Вот сейчас ты потратил реверс. И Аркио? Конечно, Аркио. Спасибо, Батиста. Мой хороший блютиста. Просто взял и сейчас спас, возможно. Нет, он точно спас Данила Брайана от Аркио, но спас ли от удержания, скорее всего, тоже. Но хотя бы, мне кажется, он бы прервал. Так, а вот Батиста пытается запинить после клоузайна. Ты гребаный наркоман, Батиста. Конечно же, Рэнди Уортон, даже двух не было, как уже его лопатка была в воздухе и говорил судье то, что трех счетов даже не ждите. Но Батиста продолжает обрабатывать Рэнди Уортон. Но мне нравится трипл трет, то что я гребаю гораздо меньше, но все равно и так же ничего не могу сделать, но с кем не бывает. Раз. Два, вырывается Рэнди Уортон. Так, Батиста уже готов, готов завершать этот матч. Давай, хренаешь Рэнди Уортон дальше, я тебе мешать не буду. Так, хорошо, еще один минус реверс у Рэнди Уортона. И сзади, from out and over, ну конечно же, получает... Ой, прям DDT на руку, очень опасно для Данила Брайана это DDT на руку, потому что его руки и так очень сильно пострадали. Рэнди Уортон, судя, не собирается пинить, так и собирается. Но мне-то плевать, хочет пинить или нет, но я уже встал. И Батиста, втащи ему. Снова клоузлайн мимо. Рэнди Уортон! RKO from out and over! По-моему, это конец. Данил Брайан, пожалуйста. Пожалуйста, раз, два. Дэниел Брайан! Хорош, Батиста. Не ожидал от Батиста, что он вырос, но он взял и вырос. Красиво, красиво. Так, а бросок олимпийца Рэнди Уортон еще проводит. И Рэнди Уортон, у тебя наконец-то нет режется. Охренительно.
Как такое может быть, чтобы у Рэнди Ортона и не было реверса? Так, ну что ж ты, личиком не камни, повернись ко мне лицом. Не избушка ты, конечно, но повернись ко мне лицом. И, опа, схватил, а ну, нет. Хуриганрана, да. Хуриганрана замечательно Дэниел Брайан. Perform Flying Goat, хорошо. Я не знаю, это сигна от Дэниел Брайанов, летающий козел. Потому что его борода козлиная. Логично. Да, Батиста, ты не иди сюда, потому что я тебя сам сюда затащу. Вот так вот. На, по спине. Вот хорошо было. Батиста только сел и сразу получил по своей спине. И да. Да, да, да. А кому провести? Ага, понял. Рэнди Уортон. Лови эту козочку. Она не дает молоко, она дает звездюлей. И Flying God. Мимо, конечно же. Конечно же, мимо Flying God. То, на что рассчитывала, я не знаю, но мало ли. Вырывается у нас Дио Брайан. И Рэнди Уортон продолжает сразу с Дэниелом Брайаном, но мне кажется, Батиста сейчас прервет эту... И... О, нет, Батиста как подловил-то? Подловил Батиста хорошо, Рэнди Уортона удержание. Раз, два... Хвах... Ёпту, Рэнди Уортон, ты меня напугал. Напугал меня сейчас Рэнди Уортон, я подумал, неужто так просто Рэнди Уортон сдастся? Но нет, еще вырвался, нашел себе силы вырваться после Дипс Икс, наверное, никуда не похоже. А вот после Спанбаста сможет ли вырваться у нас Рэнди Уортон? Вопрос, конечно, риторический. Ну я же... Ладно, ладно, я не буду заходить сюда снова, я сделаю все при вас. Потому что я сделал ровным счетом ничего. Так что, retry, 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 ну где? Нет, Батист, этих двух седлов не видать на этой мании, да, видимо, уже никогда, потому что Батист, насколько, как по его словам, завершил карьеру рестлера. Да. Грустно это или хорошо, решать вам, кто я такой, чтобы решать за вас, собственно, все, по-моему, логично. И на хайкику сразу же, просто сразу же хреначим Рэнди Уортон. И Батист сейчас тоже нет, ну, конечно, захреначим. Раскатал я губу, расхреначить самого Батисту. Рэнди Уортон, тащи ему, пожалуйста. Нет, не хочет тащить нас Рэнди Уортон, зато джерманский суплекс получил Батиста по расписанию. Чё ты руки поднимаешь, не сдавайся, ты тут не на войне, чтобы сдаваться. Дэниел Брайан! А, нет, сейчас Рэнди Уортон. Молодец, Рэнди Уортон. Я думал, что ты наркоман, чёртов, а ты полезный парень. Не хочет мешать сражаться двум своим соперникам, хотя в матче они даже проводили командные приемы, и у них даже был свой финиш. И даже один финишер кое-где вот прямо вот с права от Дио Брайана. Если смотреть от лица Дио Брайана, конечно. Да и от нашего лица. Так, и да, Рэнди Уортон снова пытается избивать Батиста. Только не возвращай его на ринг, пожалуйста. Избей его тут. Ему тут будет больнее. А, нет, Рэнди Уортон. Батиста, Батиста, успею! Хорош! На, бульдозер! Так, давайте сразу затащим Рэнди Уортон. Ну да, собственно, так и нужно. Я помню, я уже запомнил, потому что это было третье условие в задаче, хотел сказать. В шоу-кейсе в этом данном, это же вообще ничего. Третье это не пятое, не десятое. Батиста, прошу! Скотина ты, Батиста! Дэнимал, вот скотина это Дэнимал, все сходится. Так, Рэнди Уортон, посиди тут, пожалуйста. На! Ну, конечно, да. Ой, хотел он драк провести, не дал мне Батиста этого. Давай, бей его, Рэнди Уортон. Хренач этого скотина, давай, на! Ой, какой хороший удар ногой был, и Драгон Суплер, пусть будет. Да, ну конечно. Чего ты расстроен такой, Батиста? Хочешь огрести Бэк Суплекс? Конечно же хочешь. Но, хорошо, Дэниел Брайан раздает люлей Дэниел Брайан. Как только переходил инициативу, так сразу игра пошла, как бы, да, потому что логично, логично все. Так, Рэнди Уортон, развернись, сядь и отдыхай. Ну, конечно. Вот как? Вот опять, реверса не потратил, а с реверсом. А как? А как? А почему? Ты не Андре Зе Джайант, чтобы... А я не Рэй Мистерио, чтобы ты по тяжеловеске меня просто так толкал. Если бы это было так, как я сказал, тогда бы я вообще подумал, типа, он тяжеловес, он меня толкает, логично. Но ты-то Рэнди Уортон? Да, вот казалось бы, как бы от обиды не звучало сейчас в моем контексте, но ты Рэнди Уортон, Рэнди Уортон. Все, сломал мне ногу, молодец, Батиста, можешь отдыхать. Опа! Да, купился на клоу... Нет. Не попал, да, на клоузан у нас Батиста. И теперь, ой, и снова издевается над плечами и
руками у Дэниела Брайана у нас Батиста. И, кстати, да, я даже знаю, какой будет один из следующих матчей, просто потому что я видел отирку Кевина... Нет, я видел Кевина Оуэнса 18-го года, так что будет еще матч из 18-го года, и Дэниел Брайан, как там будет замешан Кевин Оуэнс, потому что я не помню единого матча после возвращения Дэниела Брайана, к сожалению, либо к счастью. Ну, который вот сейчас он вернулся, потом титул неожиданно захватил для всех, хилтернул вся и став веганом. Так, ать, казалось бы, суплекс, аут хрен, вот так вот. Дэниел Брайан, пожалуйста, пусть еще руки удлинятся чуть-чуть, потому что короткие руки, ручки твои меня раздражают. Батиста, не заходи сюда, как терпеливый анимал. О, спасибо, все, Батиста молодец, Батиста такой, ну и ладно, Дэниел Брайан, не буду мешать убивать Рэнди Ортона, так что хреначь. Спасибо, мистер Батиста. И это уже Драгон Суплекс со второго каната, хорошо. Здорово, Батиста. Батиста, что ты хочешь сделать? Ага, бросочек хочешь сделать. Батиста силовой, удачный бросок. Так, молодец, Батиста у нас. Хочешь хайки? Конечно, хочешь. На, ух, прям как... Услышали, как череп только что хрустнул у Батисты. Если череп может хрустнуть, потому что вроде как кость не шатательна. Нет, не шатательна, а не двигательная. Это просто кость. Она, мне кажется, красит... Ну ладно, не буду уходить в куда-нибудь, потому что я это мешаю. Так, и Батист. Пошли спайнбастеры, пытаются удержать Дэниела Брайана. Но Дэниел Брайан молодец и вырывается. Хотя я уж подумал то, что нет. Батиста. Рэнди Ортон, спасибо. Рэнди Ортон знает свое дело. Рэнди Ортон молодец. Выбрось его сразу нахрен с ринга. Ну нет. Не с ринга, конечно, но тоже неплохо. Апперкот мимо. И выбрасывает Дэниела Брайана у нас. Рэнди Ортон и Таунг. Таунг у нас... Рэнди Ортон как в последний раз, потому что, скорее всего, это его последний раз, потому что Дэниел Брайан уже на ногах и готов, активизировать Рэнди Ортона. Не знаю, что значит активизировать Рэнди Ортона, что я имел под этим видом, почему бы и нет. Так, Батиста, ты как там? Не иди сюда, Батиста. Так, хорошо, вынесли Батисту. Появился небольшой шанс сделать летающего козлика. И... Рэнди Ортон даже не свистнул. Красиво, Рэнди Ортон. Батиста? Perform yes lock on the Randy Orton in the ring. Ага, конечно, у него почти что 4 раза. Конечно, сделаю, да. Big boot от Батисты. И удержание. Батиста, ты наркоман, скажи честно. Видимо, наркоман все-таки у нас Батиста, потому что Дэниел Брайан не почувствовал Big boot. И сейчас Рэнди Ортон, да? А вот хрен, все, разбирайтесь между собой, девочки. Тут как бы мистер Дэниел Брайан умывает свою бару. Вот, ой, прям, да ты скотина, на ладони наступать, а? Это нечестно. Я вызываю на дуэль, мистер Батиста? Ну, конечно, да. Я его вызвал на дуэль, он мне просто втащил. В этом шоу-кейсе как нигде чувствуется короткость рук и скорость движений. В плохом смысле этого слова. Так, они оба на ринге, вот и сражайтесь на группе. Так, а Батиста что? У Батиста есть финиш. У Рэнди Ортона ни хрена нет, так что пусть Рэнди Ортон пока же доминирует, потому что так будет спокойно. Так. Батиста. Батиста, вытащи у него, пожалуйста, все реверсы. Ему реверсы ни к чему. Понимаешь, это же наша главная цель. Чтобы у него не оставалось реверсов. Как только у него не будет реверсов, так сразу же мы уже выиграем. Нет, Батиста мне не верит, за это он, я ему сломаю нахрен руку. На! Все, Рэнди Ортон, вставай, быстрее. Я просто, очевидно, он скорее всего это свистнет. Нет, молодец. Конечно же, раскатал губы, нет, ага. Так, ну да. Молодец, Нелса, Рэнди. Ну, у меня же камбэк был, я же нажимал. Нет, а вот нет, клоузлайн. Ой, блин, зря это сделал, конечно. Ну ладно, давайте Батисте немножечко ес-локи, ес-удары пройдем, потому что а то он меня бесит. На! Yes! 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 Oh, yes! Да! Там вот немножечко JBL-ский как-то прям напоминает. Ну что ж, Рэнди Уортон, иди сюда и прими свой ес-лок. Ну давай, Рэнди, ты чё? Молодец. И! Зажали, хорошо! Зажали в ес-лок! Come on! I'm sure this referee's gonna be fair.
It's all about what's best for business, gentlemen. It's all about screwing over Batista. Daniel Bryan. We're gonna put Bryan on the line of Batista bomb. Here's the cover. And a kick out. A kick out. Not quite. The authority obviously unhappy with the performance of this official. It's just continued oppression by the authority. Trying to control the narrative. Just control the match. Who signs your paycheck, Saxton? Yeah, but the bottom line is this. Daniel Bryan has had his back against the wall since the beginning of this night. He's been banged up. He's bruised. He's battered. Now he's got the authority against him once again. Meanwhile, Batista to the post. And Daniel Bryan. Bryan trying his best to fight this uphill battle. Bryan's fired up. Look out, Bryan! Suicide dive down by the authority. Right now, it's Daniel Bryan against the world. Do whatever you got to do to survive. Daniel Bryan battling, fighting everybody. Oh, and the. А, да, собственно, надо говорить что-то, я что-то немножечко завтыкал. А, собственно, да, удержать Батиста, давайте, оп, свернули, нет, не свернули, конечно. Но Батиста, да, мне кажется, удержание это не имеется в виду сворачивание, да, логично. Все, укатился я с ринга, теперь будем, как и я, а куда Трипл Эйч ушел и судья? Я вижу только одного судья, изначально судья, где еще один судья? Батиста, здрасте. Ать! Ну как, ни хрена! Ты чё, быстрый? А если я тебе так... На! Ой, какой бешеный дропкик и удержание, конечно же. Опа! And Brian's gonna end up on the short end of the stick. And now the assault outside the ring by Randy Orton. Remember, triple threat rules, no countouts, no disqualifications. Anything goes as Brian is whipped into the barricade. And Randy Orton now unleashing fury on Brian. Randy Orton seemingly in desperation mode, along with Batista doing whatever they can to suppress Daniel Bryan. This is clearly about injuring Bryan, ending his career, and now Randy Orton with steel stairs in hand. Yeah, this very well could end Bryan. Oh my God, Bryan driven down again. Daniel Bryan's fairy tale evening just came to a screeching halt. Well, look at this, Batista and Randy Orton game planning their next form of attack. This is absolutely disgusting. Oh, boy. Oh, now right here in front of us, the announce table being ripped apart. You can only imagine what Batista and Orton have planned here. Perhaps the final act to disable the dreams of Daniel Bryan. Bryan can't even move. He's defenseless out here. Bryan has given it his all. So much heart, so much determination. Oh my God, to the announce table now. Bryan went through hell in the first match tonight and now a second match against Orton and Batista. You don't think. What the? Oh, I do think. Batista wants to end Bryan's career right here. Oh no. Oh, up goes no. Bryan. Oh, Batista bomb to an RKO. Oh my right God. Through our table. My goodness. Are you kidding? Be careful what you ask for, Daniel Bryan, because you just might get it. Absolute no concern for the health and well-being of Daniel Bryan. And now the medical personnel bringing in a stretcher. What a horrible sight. Oh, what a horrible way for this night to end for Daniel Bryan, who fought so valiantly earlier on to beat Triple H, to get to this triple threat match for an opportunity at the championship, the main event at WrestleMania.
And now Batista just flattened Orton. Yeah, Batista and Orton, who had an alliance moments ago, now turn this into a one-on-one match for the WWE title. That's what they wanted. That's what Batista and Randy Orton wanted. They wanted Daniel Bryan out of the equation so they could compete for the championship. Well, it's also what the Authority wanted as well. Triple H and Stephanie. They wanted Daniel Bryan out of here. Been a thorn in their side forever. Batista once again in complete control. The Apex Predator being beaten down. Meanwhile, medical personnel continue to work on Daniel Bryan as this match continues for the WWE Championship. All right, now it's Batista who's in first. Again! Over the Viper. Well, the Animal returned to WWE for one reason, to be the best. And look at Orton fighting back, but again, driven back down to the floor. Yeah, the Animal could be just moments away, Corey, from accomplishing that goal. And Orton rolled back into the ring by the Animal, Batista. But Orton caught him. And now Randy Orton's got Batista where he wants him. Batista took too much time. And he may pay for it. Went for the DDT, and Batista launches Orton over the top rope. Meanwhile, Daniel Bryan's being stretchered back to the locker room area. Oh, no. For medical treatment. Oh, no. Randy Orton, the apron, face first goes Batista. And there's Bryan being carted away. Better bring that stretcher back here. We might need it for Batista. Terrible, terrible way for this night to end for Daniel Bryan. Daniel Bryan, what is he doing? I get the fighting spirit of Daniel Bryan, but Bryan's hurt. What is Daniel Bryan doing? Bryan's got more guts than brains, period. Medical personnel try to get Daniel Bryan out of here, and now Orton has Bryan. Well, Randy Orton's going to make sure that Daniel Bryan heads back to the locker room on a stretcher after driving him into the steps. Ну, наконец-то, мать твою, я уже думал, может пойти чайку себе нового заварить, либо печешки испечь, потому что эти как долгие вставки, да, они интересные, не спорю, но, блин, кто смотрел матч, тем эти вставки не особо-то интересны, либо, ну, да ладно. Если вдруг в 20-й части будет какой-нибудь шоу-кейс, я хочу шоу-кейс это всегда интересно, особенно когда история менее известна, чем становление Дэниела Брайана. Спасибо. Что нужно? Perform your slog to Batista in the ring. Ну конечно, да. Ага, чтобы Батиста отстучал. Может, вы нахрен сразу пойдете с такими условиями? Ну вот как Рэнди Орн сейчас такой взял и послал нахрен Батиста. Нет, Батиста, отпусти Батисту. Батиста отпусти. А разве не Рэнди Орн он засабмитил? Я думал, он Рэнди Орн засабмитил. Ну ладно. Про камбэк тут ничего не сказано было. Ну вообще, давайте его пройдем. Какого слоумо, посмотрите просто. Бам, на Батисту наступили, побежали дальше. И Рэнди Орт тоже наступили, был на Батисту, промахнулся, побежали дальше. И... отличный локоть. Я забыл, это называется локоть. Батиста, у меня к тебе счеты. Знаешь, что такое счеты? Такие деревянные, с кругляшками. Ну так вот, у меня есть счет до 10, но нет. Батиста против Биг Бутище. Так, а знаешь что? Хрен тебе. Так, Батиста, да, спасибо. Клоузлайн from hell, from out of nowhere. Прям в голову Батисте прилетел только что. Почему такое слоумо начало вдруг работать? Для меня интересно, да ладно. Хурикейн. Ну куда? Не, Батиста, стой, Батиста, ты далеко не уплывай в далекие края, потому что будем кричать мы yes. 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 Yeah! Yeah! И волшебный седьмой! Yeah! Daniel Bryan, я тебе рекомендую побыстрее встать, потому что Рэнди Орт уже напыжился, но получает хайкик, и ух ты, как мы просто убили. Perform the yes lock Batista in the ring and make him tap out. Что он сделал? Тап-тап-тап? Нет. Ну давай попробуем. С первого же раза, смотрите, не получится. Прямо отвечаешь, не получится с первого раза. И...
Так, отлично, по крайней мере мы зафиксировали. Я слов, но там уже Рэнди Ортон сразу на ноги стал такой. Я Рэнди Ортон. Я не собираю. Ух ты! Почти! Слушайте, а в слоумо это делать гораздо проще, на самом-то деле. Вот зачем мне слоумо, чтобы помочь. Спасибо, слоумо. Так, а вот то, что у него сейчас Аркио может быть, мне это не нравится. Мне его Аркио бы пригодилось как мой финишер, как я слог. Ура! Да, вырывает. Да что за слоумо, господа? Схрена ли? Что изменилось? Почему такое дикое слоумо пошло? Да, Батиста, там канаты, пожалуйста. А, тут канаты, видимо, не действуют. Раз. Два. Ух ты. Батиста. Молодец, Батиста. Держится он. После Яслока такой. Кау, but no, Рэнди. You can be S. Так, давай, быстрее. Дио Брайан, Дио Мио. Быстрее, быстрее. Тут сейчас, если Ортон достучит все его пяточки, то, боюсь, все. Батиста больше не встанет в этом матче. Так. А не Батиста какой, видали, да? Взял и такой, нет, Рэнди Ортон, не сегодня. Давай, потыкай. Иди сюда, Батиста. Не хочешь нас, Батиста, иди сюда. Так, а, нет, Батиста выкидывает Рэнди Ортона. А, кстати, давайте реально за рингом подеремся. Это же интересно. Интересно и безопасно. Давай, Батиста, иди сюда. У нас тут весело. Пока что я себе финиши не накоплю, у нас тут будет весело за рингом именно, но не на ринге. Ну да, Батиста сразу же дает мне по пояснице, давая понять, что не хочет он идти ни в какое за ринги. Он хочет сражаться именно на ринге. За ринги и на ринге, да? Хорошо звучит. И прям... На, по голове. Ух, как ты мне лицо разбил? Ты мне в висок попал. Максимум, что меня мог разбиться, это череп, но не голова. Лоб, точнее. А, Батиста пока страдает фигней, не понимает, куда ему идти, кому его бить. Искусственный интеллект, одним словом, у нас в 2К. Вот такой вот он, да. И просто силовой бросок от Батиста. Ну, давай. Бама прокинул. И Дэниел Брайан капитулирует с ринга. В принципе, хорошее решение. Рэнди Ортон, останься со мной, пожалуйста, мне этому страшно. Давай, стой. О, Рэнди Ортон, молодец, поднимает меня Рэнди Ортон. Правда, не хочу, чтобы он проводил мне. А, окей, нет, он просто убежал. Ну, чем бы и нет, действительно. Просто взял и удрапал такой. Ой, да ну, нафиг, сюда животное пришло. Зачем нам сразу с животным? Так, Рэнди Ортон, втащи ему Аркио, пожалуйста. Не мне. Не надо мне фейспрессы твои. Ты не сегодня, чтобы фейспресс делать как сигну. Ну, и он это не сигна, что же, конечно. Ну, давай, Аркио ему. Фромаут. Нет, не хочешь Аркио делать Батисте. А вот надо бы делать Аркио Батисте. Но только нет, не надо. Рэнди Ортон, пожалуйста, иди сюда. Давай с тобой повеселимся. Забудь ты про это животное. Не надо делить шкуру недобитого животного. Рэнди! Рэнди, чтоб тебя! Батиста! Я тебя... Пожалуйста, Батиста, держись. Держись, крепкий мой... Батиста? Давай. Ну да, видимо, он уже не сдался, просто он уже долго держал. Да, отлично. Втащи Рэнди Ортону, давай, как можешь. Аркио! Аркио, нет! Дио Брайан, быстрее! Быстрее! Раз, два, три, снова и снова, again. Again. Ну, здесь уже я буду переигрывать, потому что второй раз смотреть этот видеоролик, я его скипну сразу, а то он начнется. Скоро увидимся. Ну, слушайте, вроде все нормально, я, чтобы вы понимали, я 4 раза перепроходил, и все 4 раза, либо я Рэнди Ортона не мог в углу задолбить, просто потому что он отталкивался, хотя вообще ни единого реверса не тратил. Я не понимаю, как это, мать вашу, работает. И, извините, что это за стул стрельчит, это просто я уже на 5-й раз, когда вообще ничего не выходил, я такой, а зачем, собственно, мне еще раз есть задачи проходить? Я показал, как это работает, и я уже дошел до финала, собственно, нужно было засобмить Батиста, и вот выиграть титул. Я, собственно, выиграл титул. Все. Молодец, Дэниел Брайан. Поздравляем Дэниела Брайана с WrestleMania 30. Main Event просто затащил как великий. Надеюсь, вы рады за Дио Брайана. Я рад. Наконец-то эта фигня закончилась. Я про данный матч, не про весь шоу-кейс, потому что весь шоу-кейс еще вроде как не закончился. Но данный матч точно закончился, так что я вам говорю, да, досвидос.